Якутистан. Рука. Вы, Иран, звезда. Я звезда пленительного счастья. Всем привет, друзья. Меня зовут Векшита. Наверное, сегодня самая необычная подводка за всю историю нашего канала. Я нахожусь в Турции, и сегодня здесь я задам школьные вопросы. За правильный ответ мы разыграем 15 баксов. Друзья, и я не буду никого отвлекать. Я каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра. Меня зовут Векшита, и мы погнали. Работаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Сонер, меня зовут. Сонер. Сонер. Я не буду скрывать, я сюда ходил на массаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого города вы приехали отдыхать? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Я из города Балашиха, из России, мне 30 лет. Юра, здравствуй. Здравствуйте. Откуда приехал сюда? Екатеринбург. Екатеринбург, я тебя понял. Расскажи вкратце про себя, чем планируешь на отдыхе заниматься? На отдыхе? Да просто отдыхаю, волейбол, пляжный там. Ну, спокойный отдых, спортивный. Без тусовок всяких? Нет, тусовки и алкоголь тоже. Самое то. Все, понял тебя, Юра. Аккуратнее там. Да все хорошо. Опа, блин. Алексей, давно приехали отдыхать? Вчера Дмитрий приехали. И как вам здесь? Ну, пока не знаю. Вчера были сложности с отелем, с переселениями, так что пока что отношение испорчено. Надеюсь, его выровняем. Я просто говорю чуть-чуть по-русски, да. Я знаю, понимаешь лучше, да. Как вас зовут? Ирен. Ирен, у нас вопросы будут про флаги стран. Мы в чужой стране, а флагов стран большое количество, огромное, так ведь? Да. Поэтому, смотрите, у меня есть папка, а я распечатал... Ну, давайте быстрее только. Давайте, да. I think this flag must be England. Российский, по-моему. Красно-бело-синее. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Не английский. В Скандинавии находится. Скандинавия? А где это Скандинавия? Это не Англия, это европейский флаг очень такой обеспеченной, хорошей страны. Дания. Первый флаг — это Норвегия. Легкий уровень достаточно. Легкий. Юра, ты в школе учишься? Да, 11 класс. Голландия. This is looking like Norwegian. I think this is Norway. Yes, of course. Very well, Samir. Yeah, thank you. This is Scandinavian country. Then Norway. Yes, yeah. Yes. Это, ну, там, где Финляндия, Швеция, а это? Амстердам. Норвегия. Это легко было? Да, нет, ну да. А, ну да. Швеция. Нет, не Швеция, Швеция другой флаг. Норвегия, это правильный ответ. Друзья. Сейчас я нахожусь в уже холодном и заснеженном Екатеринбурге. Но я здесь ненадолго. Уже скоро я улетаю в новый город, который находится в другом часовом поясе. Друзья, кстати, про часы. В поездках, да и в принципе в обычной жизни, нужен верный и надежный аксессуар. И часы должны быть исключительно качественные. Свои я нашел в All Time. All Time — это крупнейшая розничная сеть и магазин наручных часов. Более 20 тысяч моделей популярных брендов на самый разный вкус. Я давно хотел приобрести себе хорошие часы, и после сложного выбора, ведь в магазине реально широкий ассортимент, остановился на модели Радания. Большой циферблат, наглядная стрелка, а главное, действительно статусный вид. Выбор часов я доверил All Time, а увидеть тысячи других моделей и найти свои вы можете, перейдя по ссылке внизу в описании под этим видео.
Так, ну, тут уже сложно. Что-то, Юр, еще не загорел? Да, третий день. Ну, это какой-то южной страны. О, май гад. This is looking like Latin country's flag. No, Samir. Так, это Южная Республика, солнце, желтое на красном флаге. Как его называется-то? Тунис. А вот там флаг похожий, но нет. Тунис далеко, а это близко. Египет. У меня есть предположение. Давай. Ну, возможно, Македония, но... Ну, у Македонии такой же цветастый флаг, но это не она. Какие варианты есть? Монтенегро, нет? Нет, не Монтенегро. Корея, can be. Oh, no. No. Монголия. Израиль. Туркменистан? Нет. Азиатская? Ну, по сути, да. Таджикистан? Нет. This country near the Russia. This one? Казахстан? Юра, я тебе подскажу, это страна из СНГ. Марокко, возможно. Марокко в СНГ? Нет, Марокко это Африка, ладно. Oh, my friend. This is looking too different, mate. Смотри, Бишкек это там. Татарстан? На букву К. Казахстан. Казахстан? No. Like this, but no. Kyrgyzstan. Yes, of course. Really? So that is correct, yeah. Kyrgyzstan. Да, да. Kyrgyzstan? Кыргызстан, да, это правильный ответ. Столица Кыргызстана знаете? Бишкек. Правильный ответ, да. Знаете, как он называл столицу? Фрунзе. Правильно. Так, это что-то... Типа Румынии, что ли? Нет, не в ту сторону. Ну это Египет. Ты чё, Юр? Кувейт. Европейская какая-то страна? Нет. Вот смотрите, очень много людей есть отдыхать в Турцию, а много еще сюда. Тунис. Не Малайзия? О, Либия? No, no. Arabian country, yes. Very rich. Да, yeah. Марокко? A very rich. А, не Израиль, а этот самый, как ее... Богатая страна, нефтью богата очень. Бахрейн. No. No. But it's some Arabic country, I think. Кстати, такая популярная страна, но такой непростой флаг почему-то люди не узнают. Дубай. Опа, стоп. Смотри, Дубай. Дубай, Юр, это город. Но он находится вот в этой стране. Египет. Ну я ж там была. Ну, конечно. Ну, не в Тунисе, а этот, не Израиль, не этот, Арабские Эмираты. Иран, стоп. Это Арабский Эмират. Угу. Юра, расшифруй. ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ? Это правильный ответ, да. United States, Arab. Yes, Самир. It was very simple. Yeah. United States of... America, no. United States of Emirates. А как мы так забыли-то? Вы были? Были, неоднократно. В Дубае? Да. И как вам отдых по сравнению с Турцией? Ну, там и другой отдых совершенно. Другой, да. Там, там все дорого-богато. В Италии отдыхать и здесь отдыхать. Вы были в Италии? Я не был в Италии. Ну, там и были. В Испании были. Столица ОАЭ. Дубай. Не Дубай. Они в центре где-то находятся. Не знаю, не помню. Я сам забыл, кстати. Вы не помните? Точно не Дубай, да. Саудовская Аравия, Эр-Рияд, а Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби. Абу-Даби, да. Возможно, да. Ой, я блин. Тунис? Нет. Нет, Иран, это не Тунис. Это посложнее, чем Тунис. Так, это у нас польский флаг со звездой. I think not Colombia. Какая-то... Не Венесуэла. Очень близко. Южноафриканская страна. Можно, в принципе, и подсказку, но... Боливия. Венесуэла. Так, что там еще рядом? В Латинской Америке нигде не были? Нет, я только была в Иордании.
Ну, Иордания это все-таки не Латинская Америка, да. Ну, там тоже корабли, вообще там. Вообще. Понравилось вам там? Да. Ну, здесь пляж шикарный. Бразилия. Нет, ну Бразилия очень такой яркий зеленый флаг. Зеленый. Здесь пляж, как будто я была в этом. Как называется эта страна-то? Хорошо, Юрий, я подскажу. Смотри, эта страна очень сильно узкая. Узкая? Что значит узкая? Ну вот, прям такая узкая. Длинная и узкая. О, Чили. Молодец. Чили. Да, правильно. Куба, Чили. А? Гватемала. Стоп, стоп. Чили. Чили. Чили, is that yes, Chile? Yes, of course. Yeah, my friend. What do you know about Chile? What I know about Chile? Only the football players. Так, ну, возможно, я знаю ответ. Ну, возможно, и нет. Может быть, и нет. I think from this Africa. Пять звезд! Куба! Нет, Рен. Звезд тут не пять. Вообще, наверное, это... Мальдивы! Так, блин, я такого даже ни разу не видел. Это, наверное, где-нибудь либо Африка, либо... Либо, что это может быть? Ламбунедия. What was it? Это значит Мирва называется. Да. Это мусульманская страна. А я вам подскажу то, что некоторые эту страну не признают. Рука. Звездочки. Is it small country? Or... Very small. Very small country. Near Russia. It's too difficult because this is the last one. Якутистан. Албания. Ирен, все проще оказалось. Вы же в Абхазии были, а это она и есть. Абхазия! Конечно. Вот я там и была. Я там, вот, там да. Перезагорался. И меня еще вот укусил этот. Кто вас укусил? Вот какой-то клоп укусил меня. Острый политический вопрос был в этой стране. Была война. Так, недавно. Абхазия. Это Абхазия. Это флаг Абхазии. Абхазии? А я был в Абхазии. Да, я тоже был, кстати, в Абхазии. В прошлом году. Как вам вопросы? Нормальные, только мы мало что знаем. Что еще раз? Абхазия. Сходу прям так, да? Помидоры, огурцы, вот в Абхазию я поеду. В августе обязательно. Иран, мне было максимально приятно с вами пообщаться. Вы крутая. А вы еще круче. Спасибо, можно руку вам пожать? А где доллар? Доллар? 10. Не, ну вы же не ответили, так бы 15 было. Ну так 10. В Екатеринбурге встретимся? Конечно. Хорошо. Ждем Юру из Анталии в Екатеринбурге. Возможно, Юра попадет в какой-нибудь другой выпуск. Попаду обязательно. Вы, Иран, звезда. Я звезда пленительного счастья. Ладно, мы погнали дальше работать. Давайте. Ограниченное количество времени. Давайте. Ой. Шикарный мальчик. Вот мне мальчика и не хватало. So, have a nice day to Russia. From Turkey, we greeting you. And this is the Sultan Hamam. And we always the Russian people to hear. Take care, Russia. До свидания. Друзья, на этом ролик подошел к концу. К сожалению, в Турции я не отдал никому денег, но я надеюсь, что это видео достойно вашей подписки, ведь мы заморочились и сняли ролик впервые в другой стране. Друзья, меня зовут Векшита. С вами было очень приятно. Меня котик царапает сильно. Котик, ты чего? Всем пока.